Всем привет! С вами Однорукий Борис. И мы продолжаем играть в игру Unreal. Вот. Это вторая серия. В предыдущей серии мы поняли, что мы заключены. Мы ехали на какую-то луну-тюрьму. Точнее, не ехали, а летели. Вот. И давайте мы с вами продолжим. Да, вот именно здесь мы с вами остановились в прошлый раз. И я помню, что я тут запутался. Вот, но... После первой серии я вспомнил, что я не посмотрел одно место. Вот. Мы на самом деле спустились сразу вот сюда. Вот. Но на самом деле у нас тут есть еще один проход. Вот, отсюда мы начали, пошли сюда, и я сразу свернул в этот поворот. Но зато у нас есть еще проход. И давайте все-таки мы сюда пойдем, посмотрим, что это за место у нас такое. Так, рычагов никаких нету, значит ждем, когда мы поднимемся. Отлично. Так, хорошо. Ух ты. Так, сообщений у тебя никаких нет. Понятно. Так, хорошо, пододвигаем. Пец. Ух ты, защита, понятно. Защита, это хорошо. Так, поднимаемся. О, хорошо, поднялись. О, тут друг у нас. Контрольный. Отлично. Даже нас не убил. Это хорошо. Так, ящик. Неубиваемый. Так, это что такое? Ух ты. Это... Кто такой? Даже пистолет разрядился весь. Так, ну-ка. Сообщение. Ну-ка, читаем. Дневник П. Хилл. Я был атакован летающим чудищем. Оно использовало свой хвост в качестве оружия. У меня хватило сил убить его, но при этом сам получил ранение. Я обнаружил, что... Оранжевые фрукты обладают целебным эффектом. Мои силы восстанавливаются. Да, вот как раз вот эти вот фрукты мы с вами уже подбирали. Вот. И, увы, дяденька тот не выжил. Так, смотрите, можно пройти туда, а можно сюда. Давайте посмотрим, что тут есть. Ух ты! Есть. Так, почитаем. Журнал тюремного надзирателя в Вилле. Я не могу пройти через Брутов, чтобы помочь моему брату. Мои патроны закончились. Бруты все время... патрулирует этот район, понятно. А, это вот эти вот бруты. Ясно.
Так. Ух ты. Понятно. Видимо, брат его немного умер. Вот это неожиданно. Так. Хорошо. А вот это было неожиданно. В темноте стоял. Хитрец. Так, и еще кто-то тут был. Так. Тут трупики лежат. Ну-ка. Запрыгнуть надо. Понятно. Тут это не подбирается. Хорошо. Идем дальше. Так, это не ломается. Так, это что такое? Патроны? Так, ну, видимо, тут мы все обошли. А, нет, смотрите, еще одна дверь. А, вот. Все, готово. Ух ты, вылез. Так. Слушайте, это какой-то сильный был. Смотрите, как его расторопаемо. А, смотрите, вот я сюда и пришел. Я как раз хотел сюда прийти. Так, берем. А, тут смотрите, тут даже так. Аптеки. Так, может быть. Понятно, не берется. Ох, я думаю. А, загрузка. Смотрите, идет загрузка. Так, мы куда-то дошли. Давайте я сохранюсь, пожалуй. Ну вот, пришли в какое-то новое место. Ух ты, промазал-то как. Нехорошо. Счёта на ракетами вообще нет. Падает. Опа. Кстати, я заметил, что вот эти вот фрукты, они добавляют, точнее лечат еще больше здоровья, чем птички. Так, новое сообщение. Центр управления силовым полем. Слушайте, я думаю... Ну-ка. Центр управления силовым полем. Хорошо. Ах ты, зараза. Так, обойма. Обойма. Хорошо. Давайте
Посмотрим, что тут есть. Спускай меня, лифт. Вентилятор. Лава, смотрите, какая. Как вот это только... Только желтая, оранжевая. Ух, коридоры эти мне что-то не очень нравятся, потому что... Смотрите, наши лежат без всяких сообщений. Готовы. Готовый монстр. Так. Энергетический щит подобрал. Это энергия какая-то. Так, ну-ка. Второй источник питания силового поля. Статус активный. А это? Первый источник питания. Понятно. А что если я нажму на эти кнопки? Я выключил. Я все выключил. Ну-ка. Внимание, первый источник силового поля отключен. Установлен второй статус охраны. Хорошо. То есть сейчас тут будет охрана. Ой-ой-ой. Свет гаснет. Ух ты! Что такое? Так, окей. А силовое поле-то, смотрите, работает. 57 штук снял. Короче, я так понял, что отсюда надо валить. Слушайте, это мне напоминает Квейк. Так, защита у меня уже закончена. Поэтому, наверное, мне будет сейчас немножко плохо без нее. Так, теперь, по-моему, сюда надо, да? Так, кристаллы на самом деле мне нравятся тут. Прикольно. Так, смотрите, дошли до шахты. Так, это что такое? Силовое поле отключено. Вторжение в секторе С6. Уничтожить проникшего в шахту противника. Это мы. Это мы. Стоял. Я тут нечаянно в чат пишу, поэтому
ящик с патронами. Поэтому иногда я останавливаюсь и думаю, почему у меня все зависает. Ой-ой, землетрясение. Сюда? Слушайте, вот эти ребята, они хорошие. А куда он убежал-то? Вот этот парень хороший, смотрите. С четырьмя руками. Загроза. В жизни смотрите сколько. Понял, офигеть. Стингер, ну-ка. А, смотрите. Сейчас я попробую это оружие на ком-нибудь. На ком-нибудь кто? Ну-ка. Вторжение зафиксировано на секторах С6 и Д8. Всему персоналу патрулировать свою территорию. Да, тут на нас... охота началась. Шахты Ражигар. А, вот как надо. Ну-ка. Понятно, это пулемет такой. Готов. Готов. Только сейчас я тоже готовым буду. Так, давайте-ка я возьму вот эти вот пистолетики. Так, ну-ка, а какая тут? Как дробовик работает, нифига себе! Это рычаг, значит, надо его дернуть. Кнопка. Я не знаю. Надо... Опа, мне нужна аптечка. Тут аптечки нету. Кошмар. Так, похоже, да, готов. Здесь смотрим. Так, ладно. Вот так быстрее получилось. Ну-ка. Убили нас. Слушайте, первая смерть. Ну-ка. Ага. Так, здесь мы будем с вами предельно осторожны. Я ушел.
быть, я здесь найду какие-нибудь аптечки? Так, а ты-то чё тут стоишь? Шёл бы вместе со мной? Так, обойма. Мне по аптечку. А, две аптечки. Хорошо. Это здорово. Пока что вот эти вот четырехрукие ребята у нас самые добрые. Все, сохраняемся. Так, вот еще. Так, ну-ка, выходи. Готов. Так, хорошо. Включаем сейчас. Давайте сохранимся здесь, на этом месте. И включим еще одну кнопочку. Нормально. Живой. Вроде. Пожалуй, тоже сохранюсь. Ой-ой-ой. Ладно, сейчас... А, нет, не убьет. Надо же. Смотрите, я зато сохранился уже ближе. Ой-ой-ой, давайте загрузимся. Вот так. Готово. Хорошо. Вторая готова. Но, правда, жизни-то меньше. Так, ну-ка. Так. Отлично. Давайте сохраню здесь. Понятно. Хорошо. Ну-ка. Ну-ка.
заботливый друг. О, а птички. Аптечки, это хорошо. Так, я думаю, что давайте вот на этом месте я серию данную закончу. Собственно, мы дошли до новой локации, до шахт, и устроили тут небольшой переполох. Да. Вот, сохраняемся. Что ж, могу сказать, игра мне начинает нравиться. Продолжаю с ней знакомиться. Напоминает местами и Quake, и Half-Life. Вот. Такие вот дела. Вот. Это была игра Unreal. Ставьте лайки, если вам нравится эта игра. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, ссылка на нее в описании. Ну а с вами был Однорукий Борис. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока.